В следующем пятилетии активно надо подключать науку к развитию страны, учитывая уровень конкуренции в мире. Об этом заявил сегодня президент. Александр Лукашенко ознакомился с отечественными разработками в сфере электротранспорта. Глава государства посетил республиканский полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук. Президенту доложили о выполнении поручений по созданию электротранспорта. В частности, по многим направлениям уже освоено производство необходимых компонентов, однако этого недостаточно. Что ж мы будем целый завод создавать или перепрофилировать завод, если мы еще не знаем, во что это выльется. Но вы должны сказать, кто будет делать аккумуляторы, кто будет двигатели и прочее. Да, вы же знаете наши предприятия. Знаем, у нас это есть, мы уже с ними работаем, с предприятиями, но придется их немножко дооснащать и переоснащать. Ну нет вопросов, мы их направим туда, куда надо, повернем голову куда надо и поможем в том, чем надо. Поэтому вы готовьте. Нам нужны опытные образцы, которые вы создадите. У нас вот программу мы разрабатываем, по программе будет расписано, какие предприятия, что будет производить. Ну вот и все. Вы должны положить на стол нам будущее. Потом мы должны просчитать рынки. Так мы сделаем. Не только создать. Так мы сделаем. Мы все. И рынок просчитываем то же самое, параллельно. Ну, с министра промышленности я спрошу, почему при собственном производстве легкового транспорта в таком количестве мы можем и больше производить. Он до сих пор по импорту поставляет легковые автомобили. Или они заигрались в ВТО, или они смотрят там на Еврозес, ах, как бы нам чего-то не сказали. Позже Александр Лукашенко ознакомился с передовыми белорусскими разработками. Это не только легковые автомобили, но и грузопассажирские и минивены. Также изготовлены опытные образцы электровелосипедов, электроскутеров и электросамокатов.